Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Новости РЕН-ТВ Саратов». Сегодня гость нашей студии Александр Степанов, представитель Елатомского приборного завода. Сегодня мы пообщаемся на тему магнитотерапии «Самый верный помощник». Именно по этой теме мы получили много вопросов от наших телезрителей. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Александр, напомните, в чем основной принцип лечения такого метода, как магнитотерапия? Магнитотерапия применяется как официальный метод лечения в нашей стране, входит в состав общей физиотерапии, которая относится к консервативному лечению. Один из способов магнитотерапии применяется для того, чтобы обезболивать, снять отеки, воспаление, увеличить регенерацию тканей. Кровообращение в данной зоне под воздействием магнитотерапии также увеличивается, обменные процессы происходят гораздо быстрее и качественнее, в том числе к тканям больше поступает кислорода, питательных веществ. А обмен веществ в чем заключается? Чтобы помимо того, чтобы снабжать каждую клетку питательными веществами, также и забирать продукты жизнедеятельности обратным током крови. И вот все это вместе мы понимаем как обмен веществ. Вот магнитотерапия для улучшения качества жизни – поэтому применяется. Мы не говорим о том, что физиотерапевтические факторы надо использовать отдельно от другого лечения. Нет. Это как дополнение, где лечение будет считаться более комплексным по сравнению с каким-то одним видом лечения. Лекарственным, либо аппаратным, либо народной медицины. Ну что же, Александр, с вашего позволения, давайте перейдем к конкретным вопросам от наших телезрителей. Итак, вот интересный вопрос, серьезный. У меня довольно застарелый остеохондроз. Как это лечить Алмагом? Значит, аппарат Алмаг – это… Так он выглядит, да? Алмаг 01, самая востребованная модель, лидер продаж 2014 года. При остеохондрозе накладывается вдоль позвоночника. Либо пациент ложится на аппарат, либо кладет его на себя, лежа на животе. Да. Таким образом происходит воздействие на большую часть позвоночника. Если это верхнее отдело, значит выше с шейного отдела позвоночника. Если это нижнее отдело позвоночника, значит спускается на нижнюю часть. По длительности лечения сколько? Курс лечения составляет порядка 18-20 процедур. По времени это до 40 минут в день одному человеку. Если человек страдает гипертонией, то под контролем артериального давления до процедуры и через полчаса после процедуры. Также к каждому аппарату обязательно прикладывается подробная инструкция, где четко иллюстрировано, обозначено, как человек в домашних условиях аппаратом сможет пользоваться. То есть все достаточно доступно для любого человека в любом возрасте. Да. Итак, следующий вопрос, кстати, очень актуальный сейчас для многих. Страдаю повышенным давлением. Недавно поставили сахарный диабет. Чем лечиться можно из ваших приборов? Есть какие-то варианты? Ну, во-первых, человек должен обратиться или уже обратился, и ему назначили лекарственные препараты. А в дополнение к этому человек может использовать также магнитотерапию, которая обладает гипотензивным средством. Для телезрителей это давление снижающее действие. За счет того, что все, что попадает в магнитное поле, становится более эластичным. То есть для уменьшения вязкости крови назначается магнитотерапия. И вот такой аппарат Елатомского завода, как Алмаг-01, Алмаг-02, это еще более эффективная модель техники. Здесь больше 20 катушек. Площадь воздействия сразу при процедуре будет гораздо больше, глубже. И, что немаловажно, для каждого заболевания у Алмага-02 аппарата, вот он у нас здесь представлен. Да, хотелось бы показать зрителям. Существует 79 разных воздействий магнитного поля. То есть для каждой процедуры собственная программа воздействия для лечения конкретного заболевания. У модели Алмаг-01 здесь еще все проще. Аппарат включается в сеть, накладывается при гипертонии на воротниковую зону. Уточним, что это гипертония первой и второй стадии. Таким образом проводится лечение. Для больных с гипертонией
второй стадии, либо почечная гипертония, кроме положения по воротниковой зоне, еще область надпочечников захватывается. Также процедуры составляют 18-20 дней, до 20 минут на одну зону с контролем артериального давления и повторные курсы через месяц-полтора и поддерживающие курсы в течение 3-4 раза в год. Вторая часть вопроса телезрителя: обнаружили сахарный диабет. Значит, сам сахарный диабет достаточно тяжелое заболевание и на данный момент не лечится. Вот, тем более магнитотерапия. А вот что касается осложнений сахарного диабета, вот это как раз применяется, и у Алмага это в инструкции процедуры есть, полинейропатия и ангиопатия. А аппарат располагается вдоль ноги, конечности для того, чтобы создавать бегущее поле, которое используется в аппаратах серии Алмаг, позволяет улучшать приток крови к стопам. К нижним конечностям. Чтобы человек как можно дольше не чувствовал этих осложнений. Можно ли пользоваться для восстановления двигательных функций после инсульта? И что бы вы посоветовали из вашей продукции, что является наиболее эффективной в этой ситуации? Здесь нужно необходимо отметить, что магнитотерапия закреплена приказом Министерства здравоохранения. Первый из таких приказов был в 2007 году о том, что она является неотъемлемой частью реабилитации больного после инсульта. Аппарат Алмаг-03 или Диамаг, который предназначен для того, чтобы лечебное учреждение им пользовалось уже на 5-7 день после инсульта, выполняя опять приказ Министерства здравоохранения о реабилитации. А сам пациент в домашних условиях также мог бы пользоваться. При этом, в общем-то, аппарат предназначен не только для последствий лечения инсульта, а также и профилактики, скажем, при хронической ишемии сосудов головного мозга, болезни Паркинсона, мигренях, расстройствах сна. Вот он у нас здесь представлен. Также достаточно простая модель, которая располагается вот так на окружность головы. И таким вот образом происходит процедура. Спасибо. Итак, Александр, перейдем к следующим вопросам. После перелома ноги назначили магнитотерапию. Что эффективнее, сделать это в поликлинике, либо можно вполне с этим справиться и в домашних условиях? Что касается вообще травм опорно-двигательного аппарата, достаточно проблематичная ситуация, чтобы, особенно с переломом ноги, каждый раз позволить себе добраться до поликлиники, чтобы сделать эти процедуры. Поэтому, уже не посещая поликлинику, не думая, как туда добраться, это плюс магнитотерапии в домашних условиях. При этом курс магнитотерапии, он достаточно некороткий. Вот поликлиники, больницы длительным лечением физиотерапевтическим похвастаться пока не могут. Назначая 10 процедур по 10 минут, вот, в принципе, могли бы назначить и больше. Но из-за того, что человеку приходится обычно сидеть в очереди. Плюс поликлиника сама по себе несет угрозу подхватить вирус. Поэтому магнитотерапия в данном случае, тем более, что ее назначили, эффективнее будет проводить такие процедуры дома. Для этого можно применять тот же аппарат Алмаг-01. Итак, у ребенка ДЦП. Есть ли позитивные примеры применения вашей продукции для лечения такого серьезного диагноза? Вот в инструкции у аппаратов такой процедуры нет, потому что это должен назначить обязательно специалист, в том числе физиотерапевт. При таких сложных, тяжелых заболеваниях, как ДЦП, магнитотерапия применяется. Применяется для того, чтобы улучшить тонус мышц, для того, чтобы достигнуть обезболивающего действия, так как магнитотерапия будет действовать на нервные окончания. Нужно сказать, что как раз одна из первых систем, которые реагируют организмы на магнитотерапию, это нервные. И такие заболевания запускать нельзя. Сыну 2 года. Поставили отит уха. Что можно использовать и какое количество сеансов здесь необходимо?
Кроме магнитотерапии, здесь можно было бы, если это не острый период заболевания, можно было бы использовать сухое тепло. Это еще один из методов физиотерапии. У Елатомского завода на этот случай есть аппарат Унилор. Он представлен сегодня? Да, он у нас здесь есть. Это вот такое магнитное устройство для процедур полость носа, ринит, гайморит. Также применяется при ангине. Здесь используется магнитное поле с инфракрасным излучением. Также в комплект идет насадка для уха. И как раз вот сменив насадку, можно будет использовать устройство при отитах. Либо у человека это отличный выход, когда у ребенка ставится диагноз аденоидит. Вот сухое тепло при аденоидите физиотерапевты не используют, а магнитотерапия для этого подходит. Александр, скажите, вот насколько нам известно, вы очень часто устраиваете выставки-продажи. Где, когда будет проходить ближайшая выставка? В Саратове, по области, может быть, в Энгельсе? Ну, продукцию Елатомского завода долго искать не придется. Огромное ее количество продается по нашим аптечным сетям города, специализированным магазинам медтехники. И даже человек, который нас смотрит не в Саратове и не Энгельсе, также в своих районных центрах может такие продукцию приобрести через свои аптечные сети. Здесь можно назвать названия, которые наверняка на слуху у наших телезрителей. Это аптеки Медуница, аптеки «Где выгодно», аптеки «От склада», «Бонум», сеть аптек «Кардио», «Мелодия здоровья», семейные аптеки, домашние аптеки, специализированные магазины «Купол» Чапаева 79, медтехника «Диабетон» на Яблочково 19А, это район Старого Тюза, завод «Медтехника», медицинские магазины «Забота», либо позвонить представителю мне в Саратове по телефону 249508, и я подскажу самое ближайшее место с низкой ценой потребителю. Причем цены сейчас до 9 мая во многих аптеках к празднику снижены, либо предоставляются скидки. Можно приобрести продукцию по привлекательной цене. Для наших телезрителей два специалиста Елатомского завода будут работать по адресам. Первое – это аптека «Энтузиастов-22» для жителей Заводского района, рядом с администрацией Заводского района, напротив самолета, круглосуточная аптека. И аптека «Кардио» на остановка «Стрелка», 50 лет октября, 34/56, рядом с Центром Милосердия. Консультанты будут работать с 20 по 22 апреля. У нас есть сюжет на эту тему, давайте посмотрим. Я хотела бы приобрести какой-нибудь универсальный аппарат для лечения остеохондроза. У нас есть аппарат «Алмак-1». Мы можем использовать при заболеваниях всего опорно-двигательного аппарата. Людмила Егорова на свой недуг жалуется несколько лет. Чтобы облегчить боль, женщина проходит курс магнитотерапии в больнице. Для домашних процедур врачи посоветовали приобрести аппарат «Алмак-01». Этот и другие аппараты магнитотерапии известны среди жителей России. Они выпускаются Елатомским приборным заводом десятки лет. Около 80% лечебных учреждений страны оснащаются изделиями под торговой маркой завода «Еламед», в том числе городские поликлиники Саратова. «Алмак номер 2». Которого 79 программ применяется при различных заболеваниях, при коксартрозе, гонартрозе. Весной особым спросом пользуются аппараты теплотерапии, такие как «Фея» и «Мовит». Продукция Елатомского завода широко известна не только в России, но и в странах зарубежья – Беларуси, Германии, Канаде, Литве, Израиле, США. С 2009 года продукция занимает первое место в рейтинге российских предприятий. Аппараты не раз становились призерами различных премий. Вся продукция Елатомского завода прошла необходимые медицинские испытания и имеет гарантию 2 года. Сейчас приобрести аппараты можно по выгодным ценам в аптеках и магазинах медтехники города и области. Александр, другими нечистоплотными компаниями в некоторой степени было подорвано доверие к приборам, с помощью которых можно лечиться в домашних условиях. Расскажите, как доказана клиническая эффективность и безопасность именно ваших аппаратов?
Вся продукция Елатомского завода проходит клинические испытания. Все эти этапы апробации занимают не менее 2 лет. Поэтому каждый из аппаратов Елатомского завода внесен в общий реестр, имеют сертификат соответствия, регистрационные удостоверения, поэтому могут применяться и лечебными учреждениями, и имеют разрешение для использования часть продукции, о которой мы сегодня говорим, для домашнего использования. Поэтому она и продается в аптечных сетях, а не продается только по телефону, навязывая приход, продажу курьером напрямую домой потребителю. Здесь хочется еще сказать, что телезритель, который хочет приобрести действительно проверенный временем и медицинским сообществом аппарат для лечения магнитотерапии или сухим теплом, не должен покупать его с рук, ни в коем случае. Те люди, которые предлагают купить его с рук и курьер принесет домой, сразу отказывать. Минимум человек переплатит несколько стоимостей этого аппарата. Даже если к самому аппарату потом претензий не будет, очень часто такие аппараты продаются как панацея. То есть человек, приобретая такой аппарат по завышенной цене и еще получая гарантию, что он избавится от всех своих заболеваний, которых заработал букет, ну, конечно, в это верить не стоит. Поэтому добросовестные производители не прячутся, в подъездах к вам не подходят, а продают продукцию через аптечные сети, магазины медтехники. И при этом эта продукция используется лечебными учреждениями, так как это происходит с продукцией Елатомского завода. Спасибо вам большое. Ну что же, я напомню, что сегодня в студии был представитель Елатомского приборного завода Александр Степанов. Спасибо, что вы были с нами. Увидимся на РЕН-ТВ Саратов.